Я думала, что я не буду. Ну, я уже русский забываю. Ужас, я сейчас так нервничаю. Окей, я попробую начать. Всем привет! Это было так странно по-русски. Я делаю видео по-русски. Что? По-русски? Перед тем, как я начинаю видео, пожалуйста, хочу сказать всем русским людям, всем людям, которые знают русский хорошо, лучше, чем я, извините за мой акцент, извините за как я говорю. Я уже живу в Ирландии 7 лет, так что я уже русский чуть-чуть забываю, но... Привет! Я родилась в Латвии, всю жизнь говорила по-русски, с мамой говорю по-русски, ну так, русско-английский. Меня зовут Анна. Но никто меня не называет Анна. По-русски меня все называют Аня. И мое целое имя Анна Александровна Ленковская. Сегодня я просто хотела сделать такое маленькое видео, просто сказать привет и как дела, и что я говорю по-русски. Напишите в комментариях, если вы хотите какое-то русское видео, потому что я с удовольствием бы сделала. И я на моем Snapchat. Если вы хотите follow, мой Snapchat is Анна Ленковская. Перед тем, как делаю видео, я спрашиваю на Snapchat, что вы хотите, или спрашиваете меня вопросы, и это все всегда на Snapchat. Так что, follow me на Snapchat, Анна Ленковская. Я на Snapchat спросила моих русских людей, если у них есть какие-то вопросы. Так что, они меня спросили несколько, и я сейчас отвечу. Первый вопрос спросили по-английскому, потому что эта девочка, ее тоже зовут Анна. Она сказала, что она очень плохо пишет по-русски, так что она написала по-английски, но она все равно знает русский. Она спросила, have you ever been to Russia? Это ты когда в жизни была в России? И ответ, нет, никогда в жизни не была в России, я очень хочу поехать туда, я не знаю почему. Мне куда угодно, хоть в Москву, хоть в самую, не знаю, деревню, мне все равно, я хочу в Россию, но еще не случилось. Когда-то поеду, я не знаю, но я очень хочу, так что... Следующие три вопроса от Насти. Первый вопрос она спросила, это легко ли тебе было... Легко ли тебе было переезжать в другую страну? Я была очень маленькая, так что я не очень помню, но я помню, что я английский вообще не знала. Я переезжала в Америку, а потом в Ирландию приехала. Я вообще не знала английский, но я была очень маленькая, так что мне было довольно легко переходить по языкам. Но мне было сложно от семьи уезжать, но это все равно каждый день сложно, я скучаю по всем. Но я вижу все равно всех примерно раз в год, так что... Второй вопрос. Не забываешь ли ты свой родной язык? Да, очень много забываю. Если вы не слышите, у меня сейчас очень сильный акцент, или это только я слышу, но у меня очень сильный английский акцент. Я сейчас с камерой говорю по-русски, это вообще что-то новое. Так что... Я чуть-чуть вспоминаю сейчас. Третий вопрос. Скучаешь ли по Риге? Если вы не знаете, я родилась в Риге, и я там жила 8 лет. Так что, да, я очень скучаю по Риге. Рига, мне кажется, такая красивая, такое красивое место. И, не знаю, я обожаю Ригу. Я латышский, я не знаю, так что это мне проблема. Следующий вопрос от Маргарита, и она спросила, тебе нравится Рига, и я, может сказать, ответила в последнем вопросе, но я обожаю Ригу, она такая красивая, такая, я не знаю, когда была маленькая, это было мое место. Когда будешь в Риге, и ты бы хотела встретиться? В Риге буду, надеюсь, этим летом, не 100% еще, но я надеюсь, этим летом буду в Риге, и если я хочу встретиться... Конечно. Так что это были все вопросы, я сейчас уже не знаю, что говорить. Если вы хотите еще какое-то русское видео или что угодно, я могу сделать по-русски, потому что мне очень нравится делать видео по-русски. Мне казалось, что мне было бы сложно, но мне сейчас очень нравится. Так что, если хотите видео по-русски, дайте лайк. Я увижу вас скоро, надеюсь. Пока!